Добро пожаловать на программу «Рассвет пробуждения». Мы говорим о том, как делиться своей верой. Я считаю, что в евангелизме есть что-то особенное, потому что это заповедовал нам делать Иисус. Он сказал: «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всем людям». Это значит каждому человеку, чтобы каждый человек имел возможность услышать Евангелие хотя бы один раз за всю свою жизнь. Это наша миссия. Моя работа не в том, чтобы спасать людей, потому что я не спасатель. Но моя работа в том, чтобы проповедовать Евангелие и являть им Иисуса, а также позволять Духу Святому работать с их сердцами, потому что в конечном итоге именно Дух Святой убеждает людей. Они поддадутся действию Святого Духа, но вначале им нужно услышать Евангелие. Библия говорит, как они услышат, если не будет проповедующего. Наша работа заключается в том, чтобы нести Евангелие миру. И ваша работа, как верующего, быть свидетелем Христа. То есть, все мы призваны к этому. Однажды я обедал с одним пастором сразу после мощной конференции, которую мы провели в его церкви. На той конференции происходили невероятные чудеса. Глухим возвращался слух, исчезали опухоли. Люди были по-настоящему исцелены и даже получили подтверждение от врачей. Я виделся с этими людьми и позже, и они были все еще исцелены. Некоторые из них даже показали мне результаты медицинских обследований. Итак, я обедал с тем пастором, и он сказал что-то вроде этого. А почему Иисус исцеляет только через определенных людей? Я ответил: это неправда. Да, на некоторых людях действительно есть особое призвание к служению исцелением. Но это не значит, что Бог не может использовать в исцелении любого человека, даже новообращенного. Он озадаченно посмотрел на меня. Тогда я сказал: «Я хочу задать вам вопрос. Каждый ли человек в вашей церкви может приводить людей к Иисусу?» Он ответил: «Да, конечно». Я сказал:
Но это же не значит, что все они станут телепроповедниками или будут проповедовать тысячам. Это не значит, что они станут Рихардом Бонке или Моррисом Серуло или Билли Грэмом. Они не достигли этого уровня, но при этом они могут приводить людей к Иисусу. Он ответил: «Конечно». Я спросил: «А почему же они не могут еще молиться за больных?» И он сразу все понял. Вся церковь призвана проповедовать Евангелие. И у каждого есть своя функция. Но все мы имеем свою долю в проповеди Евангелия. Мы все призваны свидетельствовать об Иисусе Христе, молиться за больных. Но главное — приводить людей к Христу. Я считаю, что жатва уже настала. Я считаю, что есть много людей, которые нуждаются в спасении. Они просят у Бога ответа посреди всего того, что происходит сейчас в мире. Есть люди, которых нужно достигать и спасать. Мы призваны спасать души, и мне кажется, что некоторые люди забывают об этой реальности. Они больше не думают о душах. Они тратят слишком много времени на другие вещи, не осознавая, что нам нужно спасать души. Нам нужно проповедовать Евангелие. Нам нужно рассказывать об Иисусе. Это наше призвание. Это наша миссия — проповедовать Евангелие. Делать из людей учеников Иисуса. И передавать им все, чему учил Иисус. А когда церковь в целом забывает об этом, мы становимся слабыми. Бог дал нам силу, которой мы должны пользоваться. А когда мы не пользуемся этой силой, мы становимся слабыми и начинаем забывать о Божьем призвании для нашей жизни. Если вы смотрите нас сейчас, то я хочу сказать вам, что Бог хочет, чтобы вы завоевывали души. Бог хочет, чтобы вы достигали других людей. Бог хочет, чтобы вы несли Евангелие. И я тоже призываю вас к этому. Я дам вам несколько советов о том, как рассказывать Евангелие. Вчера я говорил о том, что можно начать с рассказа о своей жизни. Иисус сделал для вас хоть что-нибудь. Если вы ответили на этот вопрос «да», то вам есть что рассказать людям. Даже если это кажется вам какой-то мелочью, рассказывайте об этом. Иисус исцелил вас. Он спас вас и подарил вам вечную жизнь. Расскажите, пожалуйста, об этом.
Что бы Бог ни сделал для вас, об этом стоит рассказать. Аминь. Поэтому я призываю каждого из вас делиться своим свидетельством. Но есть еще один метод евангелизма, которому я научился довольно давно, когда я был еще подростком. Это было уже давно. И сегодня я хочу рассказать вам об этом методе, потому что в нем заключены основы Евангелия. В нем есть все, что следует говорить во время евангелизма. И неважно, каким именно методом вы пользуетесь. Абсолютно не имеет значения. Самое важное в любом методе — это рассказать Евангелие. Недавно я сказал одному пастору, когда мы говорили о евангелизме, он сказал, что предпочитает определенный метод. Я сказал, что понимаю это, потому что все люди разные. Но самое важное — это не сам метод, а то, чтобы Евангелие все же проповедовалось, и у людей была возможность принять Иисуса Христа. Евангелие могут проповедовать даже дети. Я впервые привел человека к Господу, когда мне было 5 лет. Или даже чуть меньше, может, даже и 4. Я пошел к моей учительнице и рассказал ей все, что знал об Иисусе. Она приняла Иисуса. Затем вся ее семья приняла Иисуса. Они пришли в церковь, приняли крещение. Они полностью изменились. Я встретил ее снова. Когда был уже подростком, и она все еще была христианкой. Маленький ребенок привел ее к Господу. Следовательно, чтобы рассказывать об Иисусе, не нужны знаменитости. И сегодня я хочу рассказать вам о методе, который я называю 4 духовных закона. Этот метод был разработан человеком по имени Билл Брай. Он уже с Господом. Он служил молодым людям в университетах. Он хотел найти способ, как рассказывать Евангелие просто, доступно и при этом очень эффективно. Я хочу показать вам этот метод. И благодаря этому методу многие люди пришли к Господу, потому что он смог помочь вам в том, как рассказывать Евангелие. Давайте покажем этот метод на экране, и потом я объясню его вам. Итак, он называется 4 духовных законов. Их вы можете объяснить любому, и любой может их понять.
Итак, давайте разберем их. Первый закон. Бог любит вас и имеет прекрасный план для вашей жизни. Иоанна 3:16. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Итак, когда проповедуете Евангелие, обязательно рассказывайте о любви Бога. Поэтому это и есть закон номер один. То есть, проповедуя Евангелие, всегда упоминайте о Божьей любви. Иисус говорил о любви. В Библии сказано, «Если вы не любите, вы не знаете Бога, потому что Бог есть любовь». В Библии так много сказано о любви. Там сказано, что Бог есть любовь, а не у Него есть любовь. Он есть любовь. Библия также говорит, что мы должны любить наших братьев, а те, кто ненавидят, приравниваются к убийцам. Библия постоянно говорит о любви, поэтому, проповедуя Евангелие, вы должны упоминать о любви Бога. Итак, это закон номер один. Перейдем к закону номер два. Второй закон. Человек грешен и отделен от Бога. Поэтому он не может познать Бога. Римлянам 3:23. Потому что все согрешили и лишены славы Божьей. Проповедуя Евангелие, помните, что вы должны рассказать людям о том, что они грешники. Вы не можете проповедовать Евангелие и скрывать эту истину, делая вид, что все в порядке. Нет. Вы должны рассказать человеку, что все человечество, каждый человек, включая вас, не дотягивал до Божьего стандарта, то есть у нас есть святой и совершенный Бог, у которого совершенный стандарт, а человек не дотягивает до этого стандарта. Все просто и понятно. Человек просто не дотягивает до этого стандарта. Почему рассказывать об этом просто? Потому что глубоко внутри каждый знает, что он сделал не так. Людей не нужно в этом убеждать. Они и так знают об этом. Просто спросите человека, считает ли он себя идеальным, и правда ли, что он никогда не оступался. Каждый признается в том, что он оступался. Кто-то врал, кто-то что-то украл, у кого-то были плохие мысли. Кто-то говорил плохие слова. Третий закон. Закон номер три. Иисус Христос — единственный путь к спасению и единственное покрытие грехов человека. Иоанна 14:6. Иисус сказал, «Я есть путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Ясно?
Итак, какой еще компонент должен присутствовать в проповеди Евангелия? Вы уже рассказали о Божьей любви, о том, что все люди грешны, а затем вы рассказываете о решении проблемы с грехом. Между Богом и человеком нужен был мост, потому что Бог был наверху, а человек был в самом низу. И чтобы человек смог подняться сюда, ему нужен был Спаситель. Ему нужен был мостик. Этот мостик — это крест. Иисус — это единственный путь к Отцу. В этом суть третьего закона. Как видите, проповедь Евангелия должна содержать в себе все эти моменты. Вы можете рассказать только о любви. Да, Бог есть любовь. Это правда. Но это не вся правда. Вы не можете рассказать только о грехе, иначе люди не будут знать, что с этим делать. Они решат, что ничего не спасет их от ада. Если вы будете говорить только о грехах, так вы никогда не спасете людей. Они уже и так знают, что они грешники. Поэтому говорите не только о проблеме, но и о решении этой проблемы. Аминь. Если вы будете говорить только о грехе, то так вы никого не спасете. Вот почему мы иногда видим некоторых верующих, которые из добрых побуждений выходят с плакатами. Бог будет судить этот мир. Они пишут на флаге, едут в Нью-Йорк и ходят там с ним. Это никогда никого не спасет, потому что люди и так знают, что с ними не так. Они знают, что они в грехе. Поэтому нужно не только указывать на проблему. Если вы указываете на проблему, но не расскажете, как ее можно решить, то ничего не изменится. Послание о суде и тыканием пальцем в то, что неправильно, не может спасти людей. Аминь. Слава Богу. Я верю, что Бог говорил к вам сегодня, и вас вдохновило это послание. И я молюсь о том, чтобы Дух Святой наполнил вас силой, и вы начали проповедовать Евангелие. Каждый человек заслуживает услышать благую весть, и в Слове Божьем есть принципы, как это сделать. Давайте помолимся. Если вы болеете, я тоже хочу помолиться за вас, чтобы Божье целительное помазание прикоснулось к вам и исцелило вас. Давайте сейчас сосредоточимся на Господе и будем принимать от Духа Святого. Отец, я молюсь за каждого из наших зрителей. Во имя Иисуса, пусть Твое помазание прикоснется к ним. Если кто-то болен, пусть Твоя рука прикоснется к ним, поднимет их и исцелит их от всех болезней. Я молюсь о прикосновении небес к их жизни. Отец, прикоснись ко всем сферам, которые нуждаются в Твоем прикосновении. Во имя Иисуса мы молимся о силе, об исцелении, об обеспечении с небес и об излиянии Святого Духа. Отец, я молюсь о том, чтобы все наши зрители начали проповедовать Евангелие, молиться за больных и демонстрировать Твою любовь этому потерянному миру. Поднимай свою церковь для этого времени. Поднимай посланников, принимай проповедников, поднимай пророков, а также укрепи тело Христа по всему миру.
изливая на них свое помазание. Давай им свежее прикосновение с небес. Давай им свое помазание. Наполни их силой и смелостью. Пусть имя Твоего Сына будет прославлено через Твою Церковь. Во имя Иисуса. Аминь. Я рекомендую вам подписаться на наш YouTube-канал. Сделайте это обязательно, потому что у нас всю неделю идут прямые эфиры, и с их помощью Бог будет менять вашу жизнь невероятным образом. Подписывайтесь на наш YouTube-канал, а также следите за нами в других социальных сетях. Мы хотим быть для вас благословением и вдохновлять и назидать вас Словом Божьим, оснащая вас на дело служения. Пусть Бог благословит вас. Желаю вам прекрасного дня и до скорой встречи. Пусть Бог благословит вас.